Привет! Сейчас я вам расскажу, как, что можно, вернее, как приготовить рулетик вот со шкурой курицы, утки или гуся. Кстати, очень и очень вкусно. Берем ножик, нож остро отточенный. Вот, я точу сам, остриё не хожу никакие. Остриё, чтобы было острое особенно. Вот. Точим. Сейчас. Потом берем тушку. И вот так вот обрезаем. Делаем надрез. Ну вот, вот так вот. Раз. И потом, допустим, вот так. Обрезаю я чуть-чуть с жирком. Ну, это не только я, это Аллочка. Вообще-то меня научил покойный муж моей сестрички, Любочки, Коля. Покойный, царство ему небесное. Он любил такие вещи и когда-то мне показывал. Вернее, он делал, а Люба мне рассказала. Обрезаем чуть-чуть с мяском и с жирком. Ну, я ж не дурак, а одну шкуру грызть, правильно? Да и вы, я думаю, тоже. Вот, аккуратненько обрезаем. Вот так вот. Делаем такой пластик. Небольшой, ленточку типа. Вот, видите? Вот, чуть-чуть глубже, чтобы мяска прихватить. Оно тогда вкуснее. Я думаю, вы понимаете. Вот, а так вот. Вот. Обрезаем. Ну, я не повар, я только учусь, поэтому, может, чуть-чуть не так быстро, как делал бы специалист. Но, так как я на пенсии, спешить мне некуда. Вот так вот. Вот, обрезали. Ну, можно еще один сделать, допустим, вот такой вот. Вот. То, что шкуру любят не все. Там в первом или во втором блюде. А когда вот сделаешь вот так, оно вкусненько получается. И, допустим, или на завтрак, или на ужин. Ну, я вам рассказывал. Вы знаете, у меня болезнь, я вечером, уже когда все спят, а я смотрю телевизор или общаюсь в интернете, что-то там ищу. С кем-то переписываюсь, а потом расстроюсь, и с расстройства у меня разыгрывается бешеный аппетит. Вы даже не поверите, курицу могу сам съесть. Вот, жалко только, что уже курочки заканчиваются, елки зеленые. Ну ничего, там еще гуси есть, как-нибудь протянем, я думаю, так же. Не помирать от голода. Вот. Вот. Вот такие вот кусочки получились. Видите? Два кусочка. Вот. Потом берем соль. Присаживаем. Ну, по вкусу. Кто как любит. Я люблю среднее соленое. Вот так вот. Присаживаем. Вот. Потом берем чесночок, обязательно чистим его, вот так вот, пока чистишь, елки зеленые. Видите, какие у нас дубки, это однолетка. Это мы в том году брали, сеяли семена чеснока.
А потом, позапрошлый, вернее, год, а потом в том году я высаживал. И получились вот такие зубочки у нас. Ну, мы те посадили. Чесночок режем меленько очень. Вот. Вот примерно вот так вот. Вот. Измельчаем его помельче, чтобы был он. Ёлки, завернул палку кусочек. Ну, я думаю, это не страшно. Главное, чтобы мясо не упало. Так же. Вот. Теперь накладываем вот так вот. Вот. И на вторую укладываем, видите? Вот. Разравниваем, чтобы было по всей по поверхности. Вот. Все. Теперь берем специи. Сейчас я беру вот перец черный. И так обильненько посыпаю. Ну, я люблю острое. Вот. Ну, а там дело вкуса. Вот так вот посыпаем, посыпаем тщательно по всей поверхности. Вот. Так. И паприку. Чтоб цвет был и вкус. Вот, вот так вот посыпаем, не спеша, вот. Ну и для, это для остроты, остроты ощущений. А так еще можно от куркумы добавить немножко, чтобы не переборщить. И имбирь. Вот. Это меня по этому имбирю. Есть хорошая знакомая моя, друг, мой самый лучший. Замира. Ой, Замира. Замира это на Кавказе. Это дочкина подруга. Заринка. Это. И вот она меня подсказала мне. И я теперь делаю, вернее, я готовлю все блюда с имбирем. Потом берем вот такую нитку, готовим. А эти рулетики берем вот так вот и плотненько сворачиваем. Вот. Чтобы ничего тут не осталось. Получается вот такой рулетик. Потом берем нитку, ну так как я делаю сам, Алочка меня быстрее, конечно, делает. Эти завязывает там. Вот, одеваем вот так вот петлей. Эх ты, елки зеленые. Не так все быстро, как хотелось. Ну ничего страшного, время есть. Вот, затягиваем. И вот так вот обматываем ниточкой. Вот. Получается вот такой рулетик. Видите? Вот такой рулетик получается. Ложим его сначала в холодильник, чтобы он пропитался. А потом, ну, с полчаса пусть полежит, пока пустит сок, пока питается. Все. А потом перекладывайте в морозилку. Оно замерзнет. И тогда замороженным, я вам сейчас покажу, режете его и кушаете с булочкой там, или с хлебушком. Или еще с чем хотите. И с чайком. Я люблю чай с каркаде,
Вот, вот так вот я затягиваю, раз, и вот так вот обматываю. Во, уже этот раз лучше получилось, видите? Вот, все. Отвязаем ниточку. И получился у нас еще вот один такой рулетик. Видите? Все, ложим его в холодильник тоже. А это вот мы делали, сейчас я уберу, это мы делали с утки. Ой, с гуся. Вот такими кружочками я режу. Вот. Ниточки убираем, ни к чему. Ни голодовка. Незачем употреблять пищу. Это остатки мы сюда раскладываем. Вот так вот, вот. Вот. Теперь берем кусочек хлебушка. Сейчас я возьму. Берем хлебушка. И приятного аппетита, Сережечка, котик. Ам. Обязательно приготовить. Вкусно, питательно, с курицей и с утки, и с гуся, желательно с домашних, потому что эти магазины, там вот этот привкус с комбикормов, я этот привкус не перевариваю, не дай бог, поэтому я питаюсь только своим домашним. Вот. Вот так. Бомба. Всем приятного аппетита. А вот такой рулетик получился, видите? Все, пока.